Особой гордостью музея городского быта является рояль 1900 года выпуска немецкой фирмы «Ибах». Он до сих пор прекрасно звучит. Поистине королевский инструмент удалось заполучить в коллекцию музея случайно. Его владельцем был один из музыкантов симфонического оркестра. Перед отъездом в другой город он продал инструмент музею. Иметь такой рояль дома для симбирянина было большой роскошью. Тем не менее, многие горожане старались приобрести инструменты. Музицирование на рояле, а также на гитаре, скрипке, мандолине пользовалось большой популярностью в дореволюционном Симбирске. Даже были организованы различные музыкальные общества, в которые входили любители музыки. В Симбирске уделялось большое внимание и музыкальному образованию. Оно было хорошо поставлено в Чувашской учительской семинарии, в кадетском корпусе, духовной семинарии и мужской классической гимназии. Детей обучали основам нотной грамоты, игре на музыкальных инструментах и пению также в церковно-приходских и земских школах, училищах, частных школах и на дому.